В Украине развернулась настоящая борьба за кресло премьер-министра страны, хотя слухи об отставке Арсения Яценюка до сих пор остаются всего лишь слухами. Два месяца назад истек год с начала работы действующего Кабмина, и ввиду неудовлетворительной оценки работы министров, партия Петра Порошенко была вынуждена проанонсировать значительные перестановки в составе правительства. В частности, со своих постов могут уйти министр инфраструктуры, здравоохранения и министр информационной политики. Однако члены Верховной Рады, которые не входят в парламентскую коалицию, таким раскладом оказались не удовлетворены. Вот и лидер радикальной партии Олег Ляшко ввязался в политические баталии с целью возглавить Кабмин. По его словам, у политической силы и программа уже имеется. Я готов быть премьер-министром, и у нас есть программа действий, которую мы предлагаем четко. Это новая экономическая политика. При этом само предложение Порошенко о частичной замене министров эпатажный политик категорически отверг. По словам Ляшко, украинской власти требуется полная перезагрузка, а не замена одних фамилий на другие. Сегодня все обсуждают фамилии министров, кто будут премьер-министры, кто будут министры, кого на кого поменять. Но это профанация, это все отвлечение внимания. Спросить людей, какая им разница, какая фамилия у министра или премьера, их интересуют другие вопросы.